девочкам трудно без плана, слезятся в глазах миражи. Идет караван из Ирана, и много везет о нашей душистый план. Не купить нигде без труда, будь караван, будь и осторожен всегда. Так трудно дойти до колодца, когда уже нет больше сил, и сердце как будто не бьется, и свет уже белый не мелок городу. Тут проклят твой черный песок, шайтан табу, ты очень пустынь и жесток. Идет караван по сыпущим пескам. Он везет о нашу свой родной Пакистан. Третий день без воды, пить хотят верблюды, караванщик Али забивает кося. Тихо смотрит он вдаль, а глазах весь туман. Вот подул ураган и разлил весь план по сыпущим пескам. О, Аллах, помоги, о, Аллах, нам спаси, нам собрать весь план по сыпущим пескам. И Аллах услыхал и послал весь рабу, и собрали весь сыпущим пескам. Караванщик пристал, заблестели глаза, и вдали увидал свой родной Пакистан. У забора здесь сидит, косяком он дымит. Ведь хороший наш дурман. Ах, вы дети вы мои, да чего же он хорош? Дайте мне на косе, затянусь я еще. И привез караван свой родной Аястан. 300 тонн анаши наш родному тащи. Года.